Здравствуйте, дорогие друзья. Вот я вышел на грибалку. Здесь такая обочина дороги, плюс справа, сейчас даже покажу, такой каньон. Каньон с быстрой горной речкой. Сейчас я вам покажу, какие я грибы здесь встретил. Первый мой гриб — это стериум жестковолокнистый. Вот такой гриб. Это гриб несъедобен, этот гриб. Он растет линиями. Сапротроф, санитар леса. И когда я его рассматривал, почти незаметно, первый раз в жизни встретил аурикулярию уховидную, или иудина уха. Этот гриб уже съедобен, его используют в салатах. Всего 3 штучки, поэтому я их трогать не буду. Так. Грибалка продолжается, друзья, поэтому не отключайтесь, поиски продолжаю. Пока еще не нашел грибы, но смотрите, какое красивое место я нашел. Вот такая красота. Горная речка. Очень шумно здесь, правда. И мусор есть. Вон оттуда я спустился, иду дальше. Я перешел горную речку и нашел вот такой грибочек. Очень длинная ножка, темный гименофор. Продолжаем дальше. Рыбалка продолжается. И вот так, возле дорожки, я встретил 2 старые сыроежки. Сейчас мы их срежем и посмотрим на точный вид. Ай, они старые уже. Что у нас здесь? Полностью белая, червивая. Крышится, нет? Не, не крышится даже. Возможно, это даже не сыроежка. Позже точно определю. Так, пока бессъедобных грибов. Дорогие друзья, смотрите, какую я красивую поляну нашел. Здесь, правда, уже, мне кажется, старые маслята. Но уже более-менее съедобные грибы пошли. Пойдем на срез. Посмотрим, что здесь у нас. Так, очень липкий гриб. Масленок. Червивый, гнилой, водянистый. Ну, хоть что-то. Так, этот уже не съедобен. Следующий гриб. Масленок вот такой, старый. С микроножкой. Что-то мне по ноге ползает. А ну, проверю-ка. А, это муравьи. Ах, муравьи нападают. Все маслята уже старые. Здесь еще один. Да, это тоже уже старый. Что у них слишком маленькая ножка. И здесь последний масленок, тоже огромный. Черт. Этот тоже старый. Не повезло. Ну, хоть что-то начал находить. Обожаю маслят за их липкость. Уникальные грибы. Так, грибалка продолжает, дорогие друзья. Поиск продолжается. Вышел я на тропиночку здесь. У нас чинары растут, сосны. И еще как пару видов деревьев. И кустарники. Возле сосен часто нахожу маслят. Это их симбиоз. О! Здесь еще старые маслята. Я их уже не буду трогать. Жаль, дожди беспрерывно идут, но молодых маслят вообще не встречаю. О, еще один спрятался. А ты че? Этот более-менее молодой уже. Посмотрим-ка его.
Да, этот уже более-менее молоденький масленок. Позже его посмотрю. А пока хочу вам показать еще один новый вид гриба. Это вешенка, но одиночная. Поэтому я не знаю, что это за вид. Это необыкновенная вешенка. Она такая очень ярко-белая, но одиночная. Кто знает, что это за вешенка, пишите в комментарии. Растет она на чинаре. Вот такой платан у нас. Так, грибалку продолжаем. Хочется найти молодых шампиньонов, этих маслят. Вот моя прогулка уже заканчивается. Я подхожу к остановке и поеду домой. Целый день дождь капает. Но настроение хорошее, дорогие друзья, и будет еще лучше, если вы подпишитесь на канал. И обязательно ставьте лайки, комментарии, пишите свое мнение. Ух ты, какой отсюда красивый вид. Посмотрите на это зрелище. Вот это да, друзья. Хотели бы сюда? Шел я уже к автобусу и по дороге нашел сыроежку. В таком необычном месте растет. Возле камней. Бедная почва. Странно. Вот такая она. Ух ты, у нее пластины. Смотрите, как отошли от шляпки. Я такое первый раз вижу. Вот такая у нас сыроежка. Сыроежки я не ем. Просто, чтобы вам показать. Белая какая-то сыроежка. Ее точный вид надо будет определить. Еще один гриб. В этот раз это уже сапрофит. Растет прямо из пенька. Похож на навозника. Но он необычно сгнил. Очень необычный автолиз. Скорее всего, это навозник. Хотя, что он делает на пеньке тогда, это уже вопрос. Кто знает, пишите в комментариях. Это навозник или нет?